Проживут ли министры на 85 тысяч тенге в месяц? В стране запустили петицию за снижение заработной платы чиновникам. Электронный документ уже подписали больше 17 тысяч казахстанцев. Поводом для его создания стало высказывание вице-министра труда и социальной защиты Олжаса Ордабаева, который заявил, что 85 тысяч тенге вполне хватит на жизнь. На 85 тысяч тенге, конечно, можно прожить, но заработная плата в каждой области должна расти. Опираясь на эту методику, мы сейчас проводим работы. Петиция так и называется «За снижение заработной платы всем чиновникам до 85 тысяч тенге». Она была запущена 3 дня назад и уже собрала больше 17 тысяч подписей, из которых против меньше 100 человек. В требовании говорится, что вместо того, чтобы платить акимам, министрам и депутатам высокие зарплаты, лучше повысить пособие, профинансировать льготную ипотеку и автокредитование, направить средства на ремонт дорог и инфраструктуры, открыть бесплатные столовые для бездомных.